Alors donc après ces réponses que tu m'as données, je reste persuadé que continuera bien sûr ta visite approfondie de la France et que tu compléteras ta mosaïque des connaissances françaises. Oui, merci, je l'espère aussi. Eh bien, avec grand plaisir, tu sais que je suis là pour Oui, t'accueillir et merci. pour continuer cet approfondissement D'accord, de la langue merci, française merci. J'espère qu'on fera tout. pour réussir et nous réussirons et nous continuerons. Voilà. Alors, maintenant, j'aimerais te poser quelques questions en russe, En russe. bien Mais oui, entendu. je sais que tu parles russe. Eh bien, je vais essayer de poser ces questions D'accord. et donc toi, tu y répondras. Ok, au plaisir. Et donc, la première question, vos первых, il y a votre. Что ты думаешь о французском образовании? Что я думаю о французском образовании? Конечно, чтобы иметь четкую позицию о французском образовании, нужно, на мой взгляд, там повариться, да, пожить, почувствовать изнутри. У меня, конечно, нет такой возможности, скажем, наблюдать долго, как функционирует французское образование или образование во Франции, но тем не менее, вот такие вот какие-то размышления со стороны я, наверное, могу сделать. То есть, мне кажется, что образование во Франции четко организовано. То есть у вас есть четкая структура, которая, безусловно, отличается от нашей. И оно касается различия, наверное, нескольких позиций. Первое. В самой организации учебных, скажем, учебного процесса. В самой организации, скажем, вот этих вот этапов школы. И понятно, в подходах к аттестации учащихся. То есть, если говорить о структуре французского образования, то у вас она, наверное, более четкая, чем в России, потому что у вас есть обособленно работает, скажем, материнская школа, это то, что эквивалентно нашему детскому саду. Отдельно у вас есть начальная школа в отдельном здании. Дальше у вас идет колледж и лицей. У нас это все находится, скажем, в одном учебном заведении. Поэтому может быть, даже я бы сказала, что у вас это лучше организовано, потому что вы четко фокусируетесь на одном взятом возрасте. У нас это получается в одном учреждении, и одним педагогическим коллективом идет управление. Поэтому, возможно, тут тоже есть точка роста и для, скажем, российского образования. Если брать различия в учебном процессе, то, наверное, у вас, скажем, в российском образовании более научный подход к обучению, у вас он практикоориентированный. И что мне очень нравится в французском образовании, деятельностный подход и практикоориентированность. У вас очень много лабораторий, у вас очень много практических опытов, то, к сожалению, может быть, чего не хватает в нашем образовании. Мы к этому стремимся, но у нас нет такого имущественного комплекса, который позволяет нам организовывать тоже вот эти постоянно лабораторные работы, практические работы и опыты. Третье, я уже забыла, что я говорила, какое третье различие. Ну, я думаю, что даже не важно. В любом случае, опыт образования во Франции интересен Да, конечно. и достоин того, чтобы быть изученным. И мы это постоянно делаем. Будучи французской школой, мы, конечно, пытаемся использовать вот это вот знание французского языка в нашей школе и применять ваш опыт в наших условиях. Да, очень интересно. Вот. И тоже, я хочу тебе спрошу другой вопрос. Например, для тебя какая разница, может быть, какие разницы между русскими и французскими учениками? Учениками, да. Ну вот знаешь, честно тебе скажу, первое. Вот наши дети, они аккуратнее выглядят, чем ваши дети. Они у нас внешне более культурные, на мой взгляд, более опрятные, чем французские учащиеся. Вот ты меня, конечно, извини, но мне кажется, что они порою выглядят как бомжи, потому что
какие-то у них там такие наряды многослойные. Поэтому вот я больше в этом вопросе все-таки тяготею к нашим детям. Мне кажется, что наши дети более аккуратны. Теперь, второе. Конечно, и у нас проблем достаточно, это да. точно. Проблем достаточно. И если говорить о том, что наши дети более мотивированы, чем ваши, наверное, тоже нельзя. То есть так же, как и у вас есть те, кто хотят учиться, есть те, кто учиться не хотят. То есть вот тут нельзя сказать, что какая-то, допустим, страна имеет более мотивированных учащихся, чем вот другая. Ну вот, наверное, все. Все. Самое основное. Вот, и сейчас я хочу знать, что ты думаешь о музее у нас. У вас, да, у вас во Франции. Лувр и музей Орсе. Тут что думать, конечно. У вас есть музей. Да. Большой музей. Да, у нас галерея. Галерея. И у нас есть музей, безусловно, в нашем городе. Конечно, сопоставлять нельзя, потому что это разные совершенно уровни, разные категории. То есть понятно, что Париж – это столица. Да. Это мировая столица, это столица чудной страны. И там, безусловно, это жемчужина, скажем, да, искусства не только французского, но и мирового. Поэтому, конечно, мне кажется, что ну, любой тебе ответит, что нужно обязательно сходить в Лувр, нужно обязательно сходить в музей Орсе, потому что, когда ты видишь эти картины совершенно необыкновенные импрессионистов, то оттуда уходить точно не хочется, и ты вовлекаешься вот в этот процесс восхищения этими картинами и так далее. Поэтому сопоставлять наши два города сложно, но тем не менее мы стремимся к тому, чтобы Пермь стала культурной столицей Европы там, в 2016 или в 2020 году. Почему? Потому что в Перми огромное количество театров. Да. То есть наши жители города, они, скажем, культурно образованы. Безусловно, есть, как ты точно знаешь, и ты там был, это музей современного искусства, исторический музей, этнографический музей и галерея, да, где уникальная коллекция наших деревянных богов. Поэтому я думаю, что мы, скажем, вносим и вносили, и будем вносить значительный вклад в развитие культуры, скажем, России и в развитие культуры наших граждан. Хорошо. Вот я думаю, что вот так. Спасибо. На здоровье. Я думаю, что мы продолжим еще наши разговоры. Конечно. Не только в этом кабинете, но и на уроках французского языка. И не на уроках физики во Франции, в Париже, да? Да. И будем продолжать наше сотрудничество. Конечно. Обязательно. Обязательно. Все. Спасибо. Спасибо.